За свободу слова и прессу. Под таким лозунгом провели демонстрацию в Германии. Около 2000 берлинцев прошлись по центральным улицам города в поддержку немецких журналистов, которых накануне обвинили в раскрытии гостайны. Двух сотрудников известного портала Netzpolitik подозревают в государственной измене. Их перу принадлежат материалы о шпионстве контрразведки за интернет-пользователями. Как утверждают в Генпрокуратуре, корреспонденты использовали для написания статей секретную информацию. В отношении журналистов возбуждено уголовное дело. К слову, в последний раз подобное обвинение в Германии было предъявлено полсотни лет назад журналистам «Шпигеля». Тогда общественный резонанс вызвал материалы министра обороны, который проводил нечистые сделки. Вина автора публикации не была доказана, а чиновник подал в отставку. Я считаю, что люди должны быть информированы обо всем. Для меня совсем непонятно то, что журналист, выполняя свою работу, информировать граждан, получил такое серьезное обвинение. Это совсем не похоже на свободу прессы.